Внимание! Видео имеет странные визги, слова, а также странные действия и ужасный смех. Не рекомендуется к просмотру детям младше 11 лет. Само видео заснято было 8 марта. Всем приятного просмотра и не надорвите свои животы. Всем привет, с вами канал StarCat, и сегодня я хочу вам показать свои новинки на 8 марта. Остальные видео, то есть поздравления и бла-бла-бла, будут потом. Не обращайте, пожалуйста, внимание на задний фон. Просто мне подарили новиночки родители. Я пришла домой, и давайте я вам их покажу. Они реально классные, это просто моя мечта. Я только пришла домой, Не обращайте внимание, если какие-то посторонние звуки, просто у нас гости. И, в общем, мне уже не терпится их открыть, и я хочу показать вам распаковку. Короче, у меня две гигантские новинки. В этом видео будет показана распаковка одной новинки поменьше, а во втором уже будет показан подробный обзор. Давайте приступим, мне уже не терпится. Короче, ребят, в общем, сейчас я вам покажу мои новинки. Они просто обалденные. Итак, ребят, первый набор — это талантливые зверюшки. Первый набор — это такие талантливые зверюшки. Мне родители подарили их на 8 марта. Вот, набор этот гигантский просто. Вот он. Как вы знаете, то, что этот набор гигантский, просто вообще, этот гигантский набор сегодня мы будем распаковывать. А также еще одну мне подарили вот таких вот зверюшек. Ой, блин. Просто уже вообще эмоции, короче, блин. Такие вот Zoe Trend. Вот, в общем, в этом видео мы будем их распаковывать. И, то есть, вот из этого набора снимать скотч. А в следующем видео будет подробный обзор. И вот. О, блин. Не обращайте внимания, если будет много болтовни. Просто вот так вот. На сегодняшний день можно. Так что поздравляю всех девушек с 8 марта. Желаю всего-всего хорошего. Отдельное видео будет попозже. Давайте начнем открывать вот этот набор, и мы пойдем на другое место как бы съемочки. Или просто этот набор уберем, а на другое место съемки перейдем. Так, ребят, мы выбрали не самое удачное место, просто я хотела вам показать. Мы выбрали неудачное место — пол. Давайте же мы будем как-то распаковывать, что ли, помятый. Тут, короче, вы поняли, наверное, Zoe Trend. Все-таки такие вот. Сейчас мы попробуем открыть. Сейчас. Короче, ребят, я чуть-чуть открыла тут, вот. Вот, причем я сейчас открыла, и сейчас попробую открыть. Короче, вот, ребят, я открыла. Вот, меня. Сейчас мы попробуем это вытащить. Вот тут, впрочем, задний фон. Ауч. Вот, короче, вот я вытащила. Тут всякие инструкции, каталоги. Впрочем, это нам не интересно. Подставочка. Впрочем, это упаковка. Вот она, упаковка эта. Мы ее откроем. Давайте же откроем теперь этих. Блин, такие няшки. В общем, они могут не отстилать, ничего того. Вот. Короче, вот они. Давайте же мы приступим их открывать. Они такие няшки. Зуи. У меня Зуи есть только другая. Короче. Вот, к нему тут аксессуары. Вот, вот тут бань. Тут, короче, все это тут. Шапочка. Все эти. Сейчас я вытащу вам и все цельно покажу. Впрочем, короче, ребят, после долгих мучений я наконец открыла подшопу. Тут такая нежная собачка. Она мне очень-очень нравится. Она такая миленькая, правда, снимаю на ковре. Вот она. Такая миленькая собачка, сниму резиночек попозже. В общем, она такая миленькая. Вот она, такая няшка. Также Zoe Trend, у нее такая причесочка. Вот. Вот. Очень милый плед и очень классный даже. Мне она очень нравится. Также к ним шли следующий аксессуар, это корона. Шапочка, в ней идет вот такие вот бантик резиновый, или бантик, или что, миндалька, или что это такое. Ошейник также вот такой розовенький. Также шапочка сама, она одевается на дырочку, вот. Также к ним шли три бантика, но, к сожалению, я не успела их открыть, сейчас я их попозже еще... Короче, сейчас я попытаюсь их открыть, я сейчас покажу, что там осталось от них. Короче, вот осталось тела их, другие тела отлепить от их не. Вот это еще эти бантики, но они вообще не отлепляются. Вот, короче, это Zoe Trend. Вот, Zoe. Короче, вот, сейчас попытаюсь открыть все это. И вам покажу попозже. И потом мы будем открывать наш следующий наборчик. Короче, ребят, спустя долгое время открыли вот эти тела сменные. Тело Zoe Trend и тело вон той коричневой собачки. Попозже я вам все покажу. В общем, вот они. Бантики, сейчас мы попытаемся открыть Zoe. Мне, короче, не нравится, типа, это вот мне не нравится. А-ха-ха-ха-ха. Давайте же мы попробуем открыть все эти подарки, короче, не на 8 марта, блин.
Хорошо, давайте попробуем открыть оставшиеся бантики. Этих дуэлов, думаю, я снимать не буду. Также выкину. Эту собачку крутую. Ее зовут, сейчас скажем. Короче, я ни хрена не считаю, я хреновая англичанка, ладно, неважно. Если я что-то буду произносить не то, то простите меня и сразу не дизлайкайте. Это я вас знаю, вы вечно дизлайкаете все мои видео, ну как все, хейтеры про имею в виду, но иногда вы дизлайкаете, вообще никаких ошибок даже нельзя сделать. Не судите же строго меня, ну я же эмоциональная девочка, ну не судите меня строго. Ребят, у меня уже все пальцы болят. Я вытащила один бант, так где он, а вот. Этот бантик я вытащила, это просто нереально вытащить. Я не могу вытащить вот этот бантик, он вообще нереально, мне уже колет, блин, смотрите. А, я закрыла камеру. Вот палец, мне уже все, блин, больно. Итак, короче, ребят, вот все аксессуары, короче, этот бантик я просто не могу вытащить. Вот тут этот острый конечек просто упирается мне в палец, он у меня сильно болит вообще. Я никак, короче, вот это все аксессуары, они мне очень даже нравятся, вот все аксессуарчики, шляпка, мне все это очень нравится, также вот тела ихние, вот тело, блин, очень сильно палец болит, такое ощущение, будто с него кровь идет. Также вот эта вот собачка, я из нее вытащила резинку, и Zoe Trent, в общем, вот так. Сейчас мы будем открывать мой следующий набор. Большой набор, а также посмотрим сейчас каталог. Ну, впрочем, каталог такой же, как и так. Вот Бабалу, вот эти вот все. Короче, вот такой же обычный каталог. Каталог, да, каталог, конечно, каталог. Каталог, блин, ладно, все. Ну, а теперь давайте же приступим к огромному набору. Я его, как ни странно, тоже буду распаковывать на ковре. И, в общем, сейчас будет только распаковка. А именно видеообзор, то есть на все аксессуары, которые в нем будут прилагаться. Ребята, и простите меня, но это будет в следующем видео. И в следующем видео я вам подробно все расскажу. А сейчас я при вас я все распакую. То есть все аксессуары сейчас при вас не буду говорить, так как это будет просто гигантское видео. Давайте начнем. И вообще не буду, мне известно, когда обрабатывать. Короче, сейчас у нас гости. И ладно, давайте же начнем. Короче, ребят, вот он, набор. И надо сейчас как-то его фольгу, что ли, снять как-то. Сейчас. Вот, сейчас, конечно, неудобно распаковывать. Короче, тут хрень снимаем. Надо сейчас фольгу всю снять. Мне кажется, что это сделать лучше за кадром. Потому что, блин, это просто невозможно. Ладно. Так, ребят, что вы думаете? Я распаковала эту гигантскую хрень. Ее было очень трудно распаковывать. Теперь распакуем вот это вот все. То есть эта штука снимается пластмассовой, на скотче она. Вот она на скотче, она снимается. Если мы все ее снимем, то есть вот все, мы уже откроем это. Давайте сейчас я тоже это сделаю за кадром. Итак, друзья, момент истины. Я везде тут отклеила вас скотч. Я тут отклеила, вот. Короче, эта штука, думаю, вы поняли, прозрачная. У кого есть этот набор, те, наверное, поймут. Тут надо еще отклеить вот здесь и... Где? Вот здесь. А также сейчас мы еще снимем эту всю прозрачную пленочку. И все это богатство будет наше. А потом мы увидимся в следующем видео подробного обзора. Ладно, начинаем. Так, ребят, я все это открыла. Блин. У меня пальцы брат. Я все это сама распаковывала. Как эту фольгу. И также вот это все. Блин, ребят, у меня пальцы ужасно устали. Давайте же мы наконец откроем. Блин. Все, давайте. Ох, ё. А, нет, я тут не забыла открыть. Черт. Теперь, наконец-то, я так думаю, все. Также тут мы еще забыли открыть. Да-да-да-да. Офигеть. О, май гад. Господи, я сейчас выгляжу как параноик, но, блин, это так круто! Итак, ребята, с вами был канал StarCat. Мы увидимся с вами на дальнейшей, то есть, видеообзоре. Сейчас я это все буду вытаскивать. То есть, наверное, вы изучите тут уже все. Тут лимузинчик, о май гад, как я бы там давно мечтала.
Блин, ребят, ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Я буду сейчас открывать. Всем удачи, пока. С вами был канал StarCat.